Да, притормаживаем. Там я именно вот раз. Оль, смотри, вот здесь есть нюанс. Мы поворачиваем направо, всегда в крайний правый ряд, да? Да. Но здесь разметочка, она еле видна. Сейчас ты к ней присмотришься. Вот, смотри. Справа, видишь? Да, она тебя выводит сразу в первую полосу. Вот, вот она справа, видишь? Ага. То есть здесь на остановку ездить не нужно. Попадаешь сразу в первую и поехала. Я поняла, то есть не край уже отца. Да, да, если тебя разметка выводит сюда, значит мы здесь и остаемся. Выполним разворот в первом разрешенном месте. Смотри в правое зеркало, и там будет виден зазорчик. Так, тут не надо. Хотя, по сути, можно же было и там, наверное, нет, да? Нет, ты там не впишешься. Там очень узенько. Так, то же самое, мы выезжаем, никого не пропускаем. Притормаживай. Вот. А когда разворачиваемся, пропускаемся, да, справа. Все, крути руль, крути. Так, этот поворачивать не надо, дам, его пропускать. Да. То есть он не заедет, пока мы не уедем. Угу. Тут такие зауки, конечно. Выполним разворот в первом разрешенном месте. Смотри, вот эти узенькие, вот ты говорила, что вроде бы и здесь можно было, да? Угу. Посмотри, какой он узкий. А, да-да-да, очень. То есть ты ни с той стороны, ни с этой не развернешься. У тебя будет движение задним ходом на перекрестке. А это аварийная это ситуация, что? Да. Поэтому не вздумай здесь никуда лезть. Куда главное? Так, налево. Налево, да. Оль, передачу, да. Проезжай подальше немножко на ровных. Угу. Все, крути быстренько руль. Смотри, смотри, ситуация. Стоп. Угу. Тойоту мы пропускаем. Ага, а Лада будет ждать. А Лада будет ждать, пока мы не уедем, потому что он не сможет проехать. Угу. Трогайся. Видишь, как бывает? А, я вот, а ты не заметила, из-за Лады этой, да? Да. Он так еще уверенно летел. А, потому что он на главной. Ну, да. Он никому здесь ничего не должен. Поэтому повнимательней. Едем по главной дороге. Возьмешь тачку и будешь ездить. А, так, какое задание было по главной? По главной едем, да. На регулируемом направо.
Оля, а как ты так? Ты ж когда подвела, ну, ты ж, ты подведи. Все, тормоз отпускай, сцепление ножку придерживай. Вот честно, от тебя такого не ожидал я. Я сама от себя такого не ожидала. Я в шоке, Оля. Развернемся в первом разрешенном. Вот ситуация, смотри в зеркало, видишь, какой поток машин. Угу. Отпускаешь полностью газ, включаешь левый поворотик. Ну вот была дырочка, чего не влезла? Ай. Все, все, выключай. Все, ты прозевала, поехали прямо. Угу. Ты не побоялась, когда я смотрел в зеркало, ты туда не смотрела. Ну, короче, ладно, развернуться вот здесь вот. Ну, хотелось бы, да. Давайте тут развернемся и, может быть, еще раз попробуем. Да развернемся, чего нет. Развернемся в первом разрешенном. Так, улица железнодорожная. Сейчас тебе покажу один прикол. Вот, видишь, сейчас же влезла. Угу. Тут точно такая же была ситуация. Убирай газ. Обозначенный перекресток, видишь? Вот этот. Вот. А, вот, ну, вот, да, разрыв. Да, 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 да. Здесь не разворачивайся. Ты здесь никогда не впишешься. Будешь в бордюре. Все. Дальше смотри, здесь а два здесь перекрестка. Прямо. Прямо. А следующий. А следующий налево. Вот, вот, вот. Да, да, можно налево. То есть повороте включаем после этого. Да. Включай. Смотрись в разметочку. А здесь уже сплошная. Ты врежешься слева в бордюр. Нет. Это прерывисто. Вот еще один разрывчик, видишь? Ага. Стоп. Вот здесь прерывистая заканчивается. А выглядит как сплошная. Дальше начинается сплошная. Доедешь до последнего разрыва. Крути руль влево до конца. Начинай движение. Почему я тебя протянул до самого максимально вперед? Чтобы не вписаться. Чтобы не врезаться в вот этот бордюр, да. Но, честно говоря, те две полосы, они выглядят как сплошные. Ну, сплошная начинается вот там, где она уже такая яркая. До этого прерывистая. Так, значит, нам лучше перестроиться сразу? Нет, нет. Ты сразу получишь ошибку. Ты неправильно едешь. Ты цепляешь соседнюю полосу. Вот у вас разметка пропала, и все. Ну да, и все. А, я тебе рассказывал. Держимся той стороны, которую видим. То есть, если ты едешь во второй полосе, ты держишься двойной сплошной, она видна. Тогда ты в первую не попадешь. Если ты едешь в первой полосе, ты держишься правого бордюрчика. Все, тогда ты не попадешь во вторую. Так, здесь только... Не надо, нет, нет, здесь надо. Две полосы. Просто они немножко гуляют. Угу. Левее, правее. Полосы не делают под линеечку. Хотя вот то же самое, допустим, ну, дорога несколько полос и рисуют вот эти вот, ну, не островки безопасности, а закрашенные такой вот диагональной штриховкой. Ну, типа на них нельзя наезжать, а да. Где-то рисуют, там для встречки больше получается места, а у вас меньше. На регулируемом перекрестке повернем направо. Значит, мы остаемся. Да. В своей полосе, тут только чего прямо. Портю. Угу.
Так, нам сюда. Да. Это кармашек, да? Это остановка. Крайний левый едет, крайний левый. Угу. Мы едем в соседний и остановочка для автобуса. Каждому свое. Рассказывай мне. Так, это пешеходный переход. Потому что нету знаков приоритета. Правильно, правильно. Значит, едем дальше. Да. Поехали прямо. Это от нервов. Чего ты нервничаешь? Я не знаю, я за рулем всегда переживаю. Ну, когда я просто еду, ну... Ты же со мной. Вот где тоже надо скорость показать. Mm-hmm. Эти участки видны, согласись. Да, широкие. Когда ты едешь по Софье Ковалевской заставленной, ну там больше 40 даже я не еду. Но когда вот тут 4 полосы, есть никого нет, почему бы нет, да. А ехать 30, ну кто тут поставит? Ну да. Ты не уверен, мы прямо не знаю, едем, да? Что нужно сделать, да. Как мне один в комментариях там парень писал все время, что ехать 20 на второй это не запрещено. Но ты же мешаешь всем, да. ты же подставляешь себя. Это небезопасно. И сколько я ему не объяснял, сколько я ему не говорил, он уперся на своем, угу. Что это не нарушение. То есть, типа, я не превышаю, я еду меньше положенного, это угу. Не нарушение. Уперся, я уже устал с ним там спорить. Это ж вроде бы неуверенная езда считается, да? Неуверенная езда, малая интенсивность движения. Эти, все пункты эти есть, и их записывают. И вообще самому это очень опасно. Ну, в правилах. Вот смотри, ты едешь, едет машинка 20, да? Угу. Впереди едет машина 60. За ней едешь ты 60. Угу. Та машина объезжает ту, которая едет 20. Да, все обгоняют. А ты не успеваешь ее объехать, потому что вот она ушла, и перед тобой сразу машина. Угу. Препятствие. Все, а ты не успеваешь. ДТП. Ну, в правилах было написано, что должна быть скоростью. Скорость, как это? Со скоростью потока. Потока, да.